Молодой человек, а вы неправильно одеты. А это почему? Вам на проспект Мира? Да. Значит, на карнавал. В мое время, а своим костюмом вы представляете именно мое время, действительно, все мальчики обязаны были носить школьную форму, которая состояла из пиджачка. А вам известно, что такое пиджачок? Представляю. А на вас разве пиджачок? Совершенно очевидно, что это шили сейчас. И притом люди, которые не имеют никакого понятия о том, что было 100 лет назад. А вы откуда знаете? Мне 132 года. И не позвольте... Не может быть. Я бы вам дал 60, не больше. Такой молодой, а уже льстец. А что, я действительно так молодо выгляжу? Конечно. А что причиной? Спорт. А вы не скажете, в какой вы школе учились? В 59-й, на Староконюшенном. А я сейчас в 20-й учусь. Это на Метростроевской? Ну да. Ну и как успехи? Вообще-то не очень. Задают много. Странно. А мне правнуки говорили, что сейчас ничего не задают. Да, славные были денечки в конце 20 века. Тебе этого не понять. Славные были денечки. А одет ты все равно неверно. На ногах должны быть сандалии. А у тебя что? Кроссовки. Их придумали гораздо позже. А вот бутылки, верно, тогда именно такие были. Меня зовут Павел. Коля. Очень приятно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут. Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут.